Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим шашлык из свинины в духовке. Получается такой шашлык очень вкусный, готовится просто, быстро и без возни. Кстати, для такого рецепта подойдет любое другое мясо, курица, говядина, индейка. Единственное, учитывайте время запекания, оно будет разное. Мясо свинины нарезаем на кусочки примерно вот такого размера, не слишком крупные и не мелкие. Затем 2-3 луковицы нарезаем на полукольца. Лук нужен для аромата и для сочности. И немного разделываем его руками. Можно даже его немного помять, так получится еще сочнее. Нарезанное мясо перекладываем в миску. К мясу добавляем нарезанный лук и специи. 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку черного молотого перца, 1,5 чайные ложки сушеного чеснока, 2 чайные ложки сладкой паприки. У меня зелень, петрушка с сушеным луком, специи для шашлыка. Специи можно добавлять любые по вашему вкусу и заливаем все растительным маслом. Все тщательно перемешиваем, чтобы специи объединились с мясом. Даже немного перетираем руками. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Подготавливаем шпажки, заливаем их водой и оставляем минимум на 30-40 минут. Это нужно для того, чтобы затем шпажки не подгорали в духовке. Мясо у меня хорошо пропиталось специями, промариновалось. Убираю пищевую пленку. Шпажки хорошо намокли и нанизываю мясо на шпажки. В среднем на каждую шпажку помещается примерно 5 кусочков свинины. У меня получилось ровно на 7 шпажек. Чтобы лук у нас не подгорал, я его просто не добавляю. Больше он нам не понадобится. Включаем духовку, разогреваем ее до 200 градусов. Посмотрите, какие красивые заготовки шашлычков у нас получились. Выкладываю шашлыки из свинины на решетку и устанавливаю в духовке таким образом, чтобы противень оказался под решеткой и весь жирочек от шашлыков стекал в противень. Если в вашей духовке подгорает, то также на противень можно налить немного горячей воды. Запекаем шашлыки при 200 градусах примерно 40-50 минут. Получается очень вкусно, очень сочно. Подаем с кетчупом, майонезом, горчицей, с чем вам больше нравится. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, если видео оказалось для вас полезным. Пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.